ограничена подача теплоносителя. Произошла авария на третьей насосной, тепломагистраль 720 мм. Порыв тепломагистрали на пересечении улицы Большая Горная и Железнодорожная. В 6.00 тепломагистраль была остановлена. Место повреждения найдено. Сейчас аварийная бригада Паута Плюс на месте, откачивает по технологии воду и приступает к устранению аварии. Примерно где-то 6-метровая труба будет вставлена на место поврежденной трубы. Нужно отметить, что городской штаб по ликвидации ЧАЭС развернут, возглавил мой заместитель Пилипенко Сергей Владимирович. Отключение коснулось Кировского района, 34 дома, плюс 6 объектов соцсферы. Объекты соцсферы, детские сады, будут ограничена работа до с 12.00. Ориентировочное время подачи теплоносителя 24.00. 12 часов на время устранения. Такая ситуация. Как сейчас организовано движение общественного транспорта? Движение общественного транспорта ограничено на участке Большая Горная и Железнодорожная, вот на этом перекрестке, потому что, видите, проводятся скоростные работы практически под всей частью проезжей части, проезжей дороги. Здесь есть еще обсадная труба, по которой проходит магистраль. Вот порыв произошел и основной магистрали, и обсадной трубы. Поэтому движение принято приостановить. Нормативный документ постановления Комитета дорожного хозяйства подписано. Но в самые кратчайшие сроки, по заявлению ПАО Т+, постараемся эту ситуацию устранить. Примерно через сколько часов будет? Я сказал 24.00. Нет, имеется в виду открыто движение. До конца ликвидации аварии. До конца. Да, мы сейчас информационное сообщение, и вас попрошу тоже дать на своих источниках. Движение будет остановлено до окончания работы. Спасибо.